Как вы думаете, цель 1,5 градуса, достижима ли она и достаточно ли делают страны мира для ее достижения? Если будем так делать и в такой достаточности, то недостижимо. Ничего не меняется, наоборот, все хуже и хуже. И те страны, которые должны прежде всего заниматься сокращением выбросов, они этого, к сожалению, не делают. И просвета в этом плане не видно. Поэтому встает вопрос об эффективности подобных мероприятий. Я считаю, что они малоэффективны. Лидеры некоторых западных стран отказались от участия в мероприятии. Как вы думаете, с чем это связано и на что это повлияет? Ну, они думают, что все будет хорошо, и климат меняться не будет, и Запад это обойдет. То есть они думают, что обойдется, не обойдется. Ну, а страдать, что они не приехали, не надо. Господь видит.